Стрельба из лука, игра в кости, перетягивание каната и все это с национальным колоритом. В детском лагере Урсдон завершилась смена «Хохак». На протяжении 3 недель с детьми работали по специальной лингвообразовательной программе. Опытные специалисты в виде игр обучали ребят остинскому языку, истории, традициям и культуре родного края. Программу разработали Министерство труда и соцзащиты республики совместно с Центром военно-патриотического воспитания молодежи. В честь завершения смены ребята подготовили праздник. Обучалась остинскому языку, остинской литературе. Очень много Асламбек нам рассказывал про остинские традиции, традиции и культуру осетин. В принципе, я узнала для себя очень много нового. Я уверена, что когда я приеду домой, мне будет чем поделиться с моими друзьями и с семьей.